Налоговики нацелились на деньги украинцев. Согласно CoinIdle, финансовый комитет Верховной Рады предлагает изменить регулирование перевода средств, включая регулирование криптовалют. Законопроект предлагает разрешение выпуска и оборота электронных денег не только банками, но и другими финансовыми учреждениями, которые имеют лицензии на перевод средств. Таким образом, Украина делает еще один шаг навстречу признанию криптовалют как нормального финансового инструмента.